Ребятки, всем огромнейший привет! Вы, как всегда, на канале «Себя на чемоданах». Не забывайте поддерживать выпуск лайком и подписываться, конечно, на канал. Меня зовут Славян, вот мой инстаграм. Также подписывайтесь, там наше путешествие, так сказать, в онлайн-режиме. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск. Мы находимся сейчас в Махмутларе. Здесь остановились дней на 5. Дальше продолжим путешествие. И сегодня выпуск будет и необычный относительно нашего канала, так как я и хочу разобраться в недвижимости. Мне очень симпатизирует Турция, вот это вот Анталийское побережье, Алания. И мне хотелось бы понять, что здесь по ценам, что здесь вообще можно купить, за какие суммы. Самое главное, что купить. Ну, что купить, я уже понял, что это классно. Здесь есть куча других вариантов. Поэтому сегодня я встречаюсь с ребятами, которые занимаются здесь непосредственно недвижимостью, которые также помогли нам заселиться здесь, значит, вот в эти вот апартаменты, где мы сейчас живем, и с ними прокатимся в офис, и покажу и все подробно расскажу. Вот они мне как раз бибикали, и, между прочим, они ездят на 147-м регионе, да, это Алания, и здесь полно русских машин. Поехали. Давай выходить. Вот жилой комплекс Serenity Residence, и чуть позже сделаю здесь тоже обзорчик, покажу вам. Так, бегут ребятки. Привет! Привет! Доброе утро! Доброе утро! Все готовы? Все готовы? Да, готовы. Я вам сразу. О, бабло. Какое приятное утро, Саша. С баблом. Да, да, да. Приезжай ко мне так почти. Мы, в общем, сейчас приехали в офис к застройщику. Вчера, значит, а давайте так. Это Юля. Вы Юля? Ее знаете по выпуску «По белой даче». Кто не посмотрел данный выпуск, то обязательно посмотрите. Ссылочка будет в описании под этим видео. Выпуск набрал без 5 минут уже 200 тысяч просмотров, огромное количество. И ребята, они занимаются здесь, в Турции, недвижимостью. Это побережье нам очень интересно. Мы решили тоже вникнуть в цены, вникнуть в расположение. Соответственно, вот скооперировались, и сегодня разберемся. А вчера? Что вчера? Вчера у нас была покупка, то есть у нас ребята с Новороссийска, да, купили две квартиры, 1+1. А сейчас мы покажем, как проходит процесс. Да, они внесли предоплату сейчас, и, в общем, мы сейчас покажем, как проходит вообще процесс этой покупки онлайн. То есть квартиры мы продаем как онлайн, так и можно приехать сюда. И лично уже приобрести здесь вот жилье. Вы только вдумайтесь в этот сервис, что вам не обязательно покупать билеты, делать вот эти вот затраты. Вам просто достаточно связаться в инстаграм либо WhatsApp, да, написать, вам все скинут, все варианты, и вы сделаете все это онлайн. Это, конечно, необычные выпуски на нашем канале, но этим ребятам точно можно доверять. Во-первых, мы у них отдыхали, мы вот общаемся, дружим. И самое главное, что это не просто они как бы взяли, что-то там посмотрели, начинают перепродавать. Нет, они являются представителями, я забыл название, но они сейчас вам все скажут. Саша, твое слово. Добрый день, я представляю компанию МКЛюкс, агентство недвижимости лицензированное. Также мы являемся застройщиками в Турции, в Солнечной Алании. Юлия, наш представитель в Краснодарском крае и в Краснодаре. А теперь пойдемте в офис непосредственно застройщика. Так, ну что, мы заходим в офис. Hello. Так, вот, все вместе будут сейчас оплачивать. Я сейчас вам покажу весь процесс сделки онлайн. Ребят, которые приобрели сейчас две квартиры, просто обалдеют, что можно онлайн, вдумайтесь, онлайн купить в другой стране квартиру. Ну, самое главное, чтобы было все, как говорится, надежно. Здесь офисы, где совершаются сделки. Это, представляете, вот так вот встречают
Вот. Таким вот шикарнейшим турецким завтраком. Смотрите, какой кайф. Вот так вот. Обалдеть. Завтракали. Сейчас как раз выдвигаемся на оплату. Сейчас вам все покажу, как это сделаю. Как это делается. И самое интересное, что завтрак прошел в такой атмосфере турков, вот, представителей, и общались на турецком с переводчиком, плюс на ломаном английском. Как бы вообще, я просто первый раз еще в такой движухе участвую. И мне, конечно, очень любопытно и интересно. Ну, надеюсь, вам тоже сейчас так понравится. Так, мы идем сейчас как раз вот на сделочку. Так, вот тут вот проходят, соответственно, все сделки. Здесь сейчас будет разбросан кэш, вот так вот, да? Презентация. Нет, сейчас еще будет бухгалтерия пойдется. Сейчас мы идем вносить предоплату за ребят, которые купили онлайном квартиру у наших ребят. У нас бухгалтерия. Договорчик. Договорчик. Ребят на две квартиры. Угу. Денежки. Пачка денег. Кэш, чистый кэш. Вот так вот. В общем, ребята просто Юле переводят на карту в Тинькофф. Она, собственно, их снимает, приносит сюда в бухгалтерию, оплачивает и договора привозит вам в Россию. Иди сюда. Иди сюда. Процесс посмотри. Так, видите, здесь даже вот так вот можно зайти, сколько денег вносится сейчас. Сюда. Вот. 6000 евро. She will prepare the paper to you. Sorry. Check. Yes. She will do that. Yes. Uh-huh. She will go and take the papers for you. Okay. Mm-hmm. Сейчас мы подождем чек. Нам принесут чек, и мы этот чек уже отправим нашим покупателям в Россию. А потом как они будут оплачивать? Дальше, вот дальше, следующие платежи, значит, как они будут делать? У них идет рассрочка, будет. Рассрочка оформляется у нас на 2 года, без банков, без процентов, без всего. Угу. И второй платеж после вот сегодняшнего платежа будет только через 8 месяцев. Ага, они тебе будут закидывать? Или... Они уже будут платить на счет застройщика. На счет застройщика. Либо можно прилететь сюда в офис, в Турцию, отдохнуть и внести уже здесь доплату. То есть, по сути, ты можешь, вот они сейчас, например, сделали предоплату, если да. у них есть деньги, они хоть завтра могут закрыть да. полностью квартиру. Вообще без проблем. И ждать, когда уже дом сдаст. В любой момент, да. Ага, да. Все, здорово. Без процентов? Без процентов, без банков. Без каких-либо... Вообще, это чисто рассрочка идет от застройщика. И во сколько людям обошлись вот эти квартиры 1+1? Ну, если в рублях, скажем, то 4,5 миллиона рублей. 4,5 миллиона рублей? Со всей инфраструктурой, да, с бассейнами, с банями. 4,5? Да. И это... Нет, это не евро, это не доллары, это рублей. Рублей российских, блин, рублей. Это у вас, у них что там будет? Все будет. Бассейны будут? Бассейны, хамам, аквапарк, спа, тренажерный зал, бильярдная, в общем, караоке, все будет. Винная комната, сигарная комната, в общем, там рестораны, прачечные, все будет. А ну-ка, в комментариях меня ущипните сейчас, я это, сплю или не сплю? Есть чуть-чуть подороже, есть множество, в принципе, комплексов, которыми ребята занимаются, поэтому всегда можете написать, согласовать, приехать, по видеосвязи посмотреть и так далее и тому подобное, и стать счастливым обладателем. Мы забрали чек. Угу. Чек у меня. Счастливых обладателей. Угу. Сейчас мы его передадим по WhatsApp или на электронную почту, отправим нашим клиентам в Россию. Ага. А оригиналы? А оригиналы уже оригиналы просто... я привезу лично в Россию. Нашим покупателям отдам, передам. Ну, тоже так же, как по почте, да, наверное? Да, отправили, да. Понял. Вырвали.
Мы сейчас приехали в как раз вот в офис ребят МК Люкс. Вот мы тут все вместе, да? Как всегда, друзья, прекрасный вид. Я не могу не охотать, этих видов. Интересно, кстати, здесь покрытие. В Алании очень мало асфальта, в основном брусчатка. Вот тут уже морюшка. И сейчас пройдем в офис. Что-то там нужно сделать ребятам. Я же кайфую от того, что везде вот здесь у ребят стоят панорамные стекла. Класс! Вот настолько приятно работать, когда ты вот так вот сидишь в офисе. Вот офис ребят. Прям набережная. Посидел, поработал, вас, будущих покупателей, встретил и вышел на улочку вот так вот. Слушайте, ну, очень-очень классно, прям великолепно. И самое главное, почему именно в Алании, да, все здесь покупают себе недвижимость, почему в Алании? Потому что это самая теплая точка Анталийского берега. И вот как ребята говорят, допустим, где-то везде идут дожди, а Аланию обходит все это дело стороной. И я отчасти соглашусь, потому что я много на кого подписан, кого смотрю, все живут в Алании. Здесь вообще комьюнити такое русскоязычное, когда ты можешь детей здесь отдать в русскую школу, когда у тебя соседи все русские. И с одной стороны, это, конечно, минус, потому что ты вроде переехал в другую страну, чтобы прочувствовать культуру, а с другой стороны, это огромный плюс, так как ты вроде не дома, ты в другой стране, но чувствуешь ты себя как дома. Ну, даже тачки. Очень много машин с русскими номерами. Учитывая, что мы сейчас находимся в офисе ребят, я его снаружи вам показал, хочется сказать о том, что ребята, они могут, вдумайтесь, прилететь в ваш город, сделать презентацию своих объектов, вы можете выбрать то, что вы хотите, и вписаться в эту движуху, проинвестировать в недвижимость Турции. Правильно? Да. То есть вы приезжаете? Мы приезжаем, проводим презентации, заключаем договора. Вы можете купить так, как и в своем городе, да, онлайн квартиры, так можете приехать и в Турцию, мы вас с удовольствием встретим, поселим и купить уже, увидев сами объекты, да, купить уже в Турции квартиру. Добро пожаловать в Алания.